Так, 25 мая 2024 год. Вот она, наша красавица Селена. Полнолуние когда там было? Позавчера. Ну, так даже, по-моему, красивее, когда уже у нас есть не только полная луна, но и линия терминатора. К сожалению, ветрено, так что, ребята, будет резкостью играть. Ну, по-моему, вот эта резкость. О! Кратер с глазками. Такое вот научное название. Ну, пытался найти уголок затышек. Не уверен, что возможно при таком сильном ветре. Так, все, я оставил в камеру, теперь вползает луна самостоятельно в кадр, то есть под влиянием вращения земли. Нет, невозможно, да, слишком ветер мешает. Ну, что имеем, то имеем. Вон кратер Платон, кругленький, 80-километровый, по-моему. Чуть уменьшил выдержку. Так, где наш Аристарх? Вон наш Аристарх, которому 60 миллионов лет. То есть мы с ним почти ровесники. Хотя, в принципе, учитывая, что все мы как Homo sapiens, как любые живые организмы, как все на Земле, звездная пыль, можно и так сказать, состоим из частиц взорвавшихся звезд когда-то. Странно это осознавать, конечно. Сильно хорошо не получится, потому что еще и небо не идеально чистое. Так что с резкостью тут. Это Nikon Coolpix 5000 фотоаппарат. Ну, ладушки, я думаю, достаточно. Или пройтись по линии терминатора. О, вроде стих, чуть-чуть ветером, давай я сейчас оставлю, ненадолго хотя бы. Мне не получится, опять он шумит. Ну ладно, zoom out. Это зачем? Давайте все-таки на крупном плане сделаем
Последний кадр. О, минула, пролетела. Мушка какая-то. Двадцать пятое мая 2024 год, 0:53 по Киеву в Запорожской области. Возле города Орехов. Невозможно оторваться. Ну, ребят, не на дежурство, так что придется.